И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике еще подготовим кое-какие, значит, анимации для дальнейших сцен. Нужно проход персонажа, который ведет за собой лошадь, да? Не едет на ней, а ведет за собой. Так что давайте это все делаем, посмотрим, как можно сделать. Сначала нам понадобится какие моменты. Нам понадобится два персонажа. Это будет, значит, главный герой и шериф. Вот их теперь нужно найти. Все для вестернов. Вы видите, что здесь все прибавляется и прибавляется, значит, папок, да? Находим, значит, пока шерифа. Смотрим, какая подойдет, где у него базовая. Вот она, базовая, да? Так. Смотрим, что не так. Это файл internal date find missing. Находим все его текстуры. Так, это текстуры тут будут. И подгружаем. Так, что такое? Почему? Так, и значит, на этого шерифа, возможно, я менял ему тело. Так, посмотрим. PNG. Так, это не этот. BMP, PNG. Несколько курток тут. Значит, что тут? А ну-ка, вот этот. Во. Несколько текстур. Значит, у меня два персонажа. Так, что у него тут? Тут глаз нет. Короче, этот файл, наверное, нужно будет удалить. Так, open, don't save. И посмотрим, что тут еще можно, значит, взять. Так, вот он шериф. И вот он шериф. А ну-ка. Этот шериф уже с анимацией. Так, единица на нампаде. N-панель отключим. Смотрим, что у него тут присутствует. Так. Ну, давайте включим кости. Выберем кости, найдем, значит, postmod, английская А. Выберем все кости, удалим всю анимацию. Так, что у нас тут базовое, где у него? Ну, все удалим словом и включим Alt-G, Alt-R, Alt-S. Так, ну это уже, значит, в принципе, не понадобится. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Он и так в базовой позе. Пропишем тогда и. Зайдем в Object Mode. Выберем модификатор. Так, а ну-ка, где он тут? Выберем, значит, шмотки нашего персонажа. И сделаем вот такую штуку. Delete, короче. Удалим кости. Так, шляпу опустим ему. Так, знак пока delete. Куртку пока можно делить. В принципе, все вот это пускай будет, да? Выберем глаза, посмотрим, чтобы... Вот, видите, что на глазах стоит еще дополнительная текстура. И миксама ее не примет. Также нормалки тоже нужно удалить с глаз. Смотрим, что происходит. Так, подправим, значит, шляпчены. Шляпу. Ну и, в принципе, что... Удаляем камеру, удаляем все настройки костей, удаляем виджеты вот эти. Shift, левая кнопка мыши, все выделяем. И что тут? Глаза, китель, бляха, хляст, шериф, шляпа. Все, в принципе, все у него присутствует. И делаем такую штуку. Файл экспорт, FBX файл. И на рабочий стол выкидываем шерифа. Так, этот файл не трогаем, не изменяем. Теперь нам понадобится open, don't save. Понадобится нам главный герой. Находим теперь главного героя. Где ты тут? Так, А, Б, В, Г, Д. А, Б, В, герой Запада. Видите, сколько тут уже линкованных сцен.
сцена 11, 9, 8, очень много. Все подготовлено, все, как говорится, есть уже, да? Так, теперь понадобится нам персонаж, герой Запада, вот этот. Так, пинштолет ему пока удалим. Ну, в принципе, вот в таком варианте пускай он и будет. Так, теперь файл. Да, пускай файл экспорт FBX на рабочий стол выкидываем. Это будет герой Запада. Ну, а теперь что? Заходим, как ускоряем процесс, заходим в Mixamo. Можно походку, конечно, самому делать. Так, ну я прибегну, значит, к ускорению. Очень хороший ресурс Mixamo. Погнали. Итак, находим Mixamo ресурс. Вот так он, значит, выглядит. Так, все открывается. Видите, что здесь очень большой набор анимаций, если кто-то ими пользовался. Так, заходим теперь на рабочий стол и находим наши файлы. Давайте сначала шерифа откроем. Так, сейчас он загрузится, подставим ему кости. Так, жмем Next, выбираем первую, это у него, значит, башка, потом кисти руки, потом у него, значит, локти, колени. Ну и паховая часть, где будет ставить кости таза, да? Так, все, сейчас он крутит. Модель легкая, значит, все будет хорошо. Жмем Next и находим, значит, на английском пишем Walk. Так, выбираем какую-нибудь походку. Желательно походку такую, как бы, не сильно быструю какую-нибудь. Вот это, наверное, пойдет. Так, зацикливаем ее на месте. Вот эту руку потом перепишем, лошадь ему добавим. И, в принципе, покадровка 38 кадров. Нужно, чтобы эта покадровка совпала у нас с анимацией, значит, лошади. Так. Ну, давайте это все дело сохраним. Так, выберем еще какую-нибудь походку. Так, ну это дюжить какая-то не для него. Так, ну вот, что тут у нас? Ну это он такой серьезный, на разборке идет, да? Ну давайте тоже сохраню, чтобы потом уже вдруг куда-нибудь пригодится. Так, смотрим, какие тут еще, значит, есть походники. Ну это вот 43 кадра, можно это, конечно, ползунками тут уменьшать. Так, смотрим, что тут у нас еще. Ход назад. Так, и давайте вот эту остановку выберем, да? Так, остановка, видите, что она на месте не зациклена. Не есть гуд. Смотрим дальше. Так, вот походка вообще 84 кадра. Медленная. Тоже давайте я сохраню. Смотрим, что еще может пригодиться.
Так, вот есть поворот, значит, но нам поворот не понадобится, потому что если персонаж идет по пути, в принципе, этот поворот можно обыграть, он и не нужен, да? Так, а ну-ка. Вот остановка какая-никакая, да? Опять же, видите, что на месте он не завязан на этом деле. Ну, давайте тоже сохраним. Может быть, как-нибудь я это дело обыграю. Так, давайте теперь следующего персонажа. Много анимаций тоже не надо пока. Так, где он тут? Вот он, герой Запада. Тоже жмем Next, добавляем, значит, ему, где у него башка, добавляем, где у него кисть руки, добавляем, значит, где у него локоть, добавляем колени и добавляем, где у него будет кость таза. Погнали дальше. Так, смотрим. Какая у него штука, значит. Давайте вот этот сохраним тоже. Вдруг ему пригодится. Ну, короче, идентичные такие анимации нужно выбрать, чтобы большой разницы не было. А видите, если применять, допустим, ту анимацию с этого шерифа к нему, то шериф, вы видите, у него другие руки, у него другие кости, и, возможно, не подойдет этот рик. Анимации будет работать неадекватно. Так, значит, ну и применится неадекватно, да? Так, что он тоже должен делать? Он должен также вести за собой лошадь, да? Так, это значит в первых рядах. Тут 50 кадров аж. Так. Ну, вот этот пойдет in place. Place. 31 кадр. Ну, в принципе, пойдет, да? Быстровато он, конечно, идет, но это можно уже в общих там замедлить. Так, что еще? Значит, так, здесь можно прибавить, будет медленнее идти. Вот это быстрее. Можно уменьшить. Будет больше кадров, вот 36, допустим, кадров. Давайте эти 36 сохраним. Так, ну, в принципе, что? Все, пока больше ничего не надо. Погнали теперь. Итак, находим героя Запада. Удаляем ему какую-то ненужную штуку. Даже не в этом, на файле. А ну-ка, давайте поищем другой. Так, герой Запада. Смотрим, где он тут более-менее адекватен. Так, 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 так. Так, вот здесь он уже с магазинами. В принципе, вот этот файл, наверное, и будем использовать. Файл. Так, опять же, Find Missing. Все было подключено, но... Что-то опять, как говорится, сбилось, да? Так, и сохраним файл save. Этот файл как-то тут... Так, у него тут тоже анимация. Вот он хлопает коня, тоже можно это дело использовать. Так, ну мы сейчас добавим файл import fbx файл. Найдем, куда они сохранились. И посмотрим, чтобы именно был... Вот, видите, насколько его уменьшил. А, это значит, не этот, другой гражданин. Файл import fbx. Так, вот он, наш, значит, герой Запада. Что делаем? Преобразуем
N панель. Выбираем аддон Миксама. Преобразуем кости в такой же вид, как у этого персонажа. Выбираем этого персонажа и делаем Ctrl-L. Link Animation Date. Так, все. Вот этот персонаж нам теперь не пригодится. Смотрим. У этого персонажа, значит, походка. Все, зашибись. И теперь что нам понадобится? Первый раз я вот это такую стыковку делаю. Значит, нам сюда нужно залинковать коня. Вот это мы сейчас сохраняю в файл Save As. Это значит главный герой походка. Так, и на английском напечатал. Ну ничего. Так, потом перепишем. Так, сюда нужно залинковать коня. Смотрим, если, по-моему, был, значит, походка его мустанга. У него ж мустанг пока. И получается, значит, мустанга надо и переделывать. Так, все для вестерна. Находим и КЛМНЭ. КЛМНЭ. Новый конь. Находим, значит, мустанг. Смотрим, что у него тут у мустанга. Так. Для посадки, по пути, рысь. Угу. Печально. Значит, находим, переделываем мустанга. Или, наверное... Нет, давайте не мустанга, а давайте... Open. И найдем. Видите, как тут все вот это дело происходит. Очень много, значит, разных файлов. Нужно к разным персонажам одинаковые применять. Так, и KLM. И KLMN. Так, новый конь, и значит будем с первого, значит, коня, у которого все есть анимации. Вот с него, с шерифского коня, и будем это дело делать. Конь пасется, конь для посадки, стойка, рысь. Так, 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 одежда, походка у него по пути. Бег, прыжок, прыжок. Так, а у него походки нет, потому что он был не задействован. И тогда нам понадобится что? Нам понадобится индийский конь. Походка у него. Так, переделываем коня. Значит, потом все с него перекинем на тех лошадей. Перекину. Перекину, перекинем. Так, значит, что тут? Здесь у него походка 35 кадров. Анимация у нас как раз тоже 36. Ну, 35 сделаем персонажу, чуть сдвинем. Не проблема. Нам нужно тут всего лишь переделать вот эту вот узду. Так, заходим в Pose Mode, N панель, Screen Cascade, если кому-то пригодится, что я буду нажимать. Так, и что мы делаем? Так, 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 так. Нам понадобятся вот эти базовые кости. Так. Вот это кто? А ну-ка. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ладно. Так, вот эти что делают? А ну-ка, G. Так, так, так. А, вот они. Давно это дело не перекидывал. Так, выбираем, значит, вот эту штуку G. Так, так, так. Она еще привязана, значит, к кубу. Через Shift выбираем G. Отводим в бок. Выбираем все вот эти, значит, анимации, которые на нее прописаны. И
Delete, delete. Ликвидируем. Переключим, значит, на первый кадр. Это значит G сюда и значит G. Так, а ну-ка, G, пропишем I. Так, а ну-ка, и вытащил я зубы, да? А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, ладно, не то зацепил. Выберем, значит, вот так. Тройка на numpad, значит, G. G подальше, выбираем все, прописываем только их и локация, ротация. И переключимся в keying. Так, lock rot поставим, чтобы сразу одну клавишу нажал и переписывалось все. Так, удаляем ненужный кадр, delete. G подводим, значит, вот эту первую штуку. Выбираем. Так, а ну-ка, вот этот, если G, видите, я за собой его поведу, такого не будет. Значит, что делаем? Переворачиваем все эти штуки. Семерка на нампаде и развернем их вот в эту сторону. Тройка на нампаде, сделаем R. Переворот, G подведем к нашему персонажу, опять же, где у него находится вот это вот кольцо. Так, ну и в принципе что? Ага. Давайте переставим вот эту штуку на lock rot scale. Потому что, видите, она слишком большая будет. И сделаем ей S. Сделаем ей G. Можно еще чуть побольше S, потому что как бы подгадать, да? Так, делаем такую штуку. Так, эту хлястик опускаем. Выбираем наши вот эти штуки. Так, это значит не работающий. И вот эту штуку тоже вот так вот раз. Так, где он будет ее брать? Вот эту, оп, поводью, да? И значит теперь поводье надо соединить поближе. Так, вот эти тоже, потому что, ну, он же будет ее вести. И поводья должны как бы соединиться под руку, там, под всю штуку. Так. Угу. Ну, получилось как бы так бы, да? Так, а ну-ка, тройка на нампаде. И смотрим, чтобы у нас тут более-менее как бы не вылазила она, а была ровная. Так, прописываем вот эту штукенцию. И. Так. Почему-то у куба идет прописка. А ну-ка. Так, на пятый кадр ставим, прописываем. Вот эти выберем, пропишем и. Так, на десятом. Значит, G. Прописываем и. Тут слишком опустилось, тоже приподнимем.
25. Так, G, I. И тут тоже так, а ну-ка, G. Ну и 15 тоже пропишем, а ну-ка. Так, посмотрим, что у нас на 15 выйдет. Так, а ну-ка, G. И прописка. Так, а ну-ка, G. И прописка. Так, а ну-ка, раз. Ну и еще раз вот эти вот выберем. А ну-ка, создадим движуху. Допустим, чуть ослабляется. Вот, в принципе, и все, что нам нужно было, как говорится, да? Так, выбираем вот эти вот, значит, косточки. Так, и прописываем на 5, значит, и на 10, и чтобы все они были для мягкости прописаны, чтобы потом не было дерганий, когда будет делаться рендер, допустим. Ну, можно полностью заполнить вот эти все покадровки. Так, есть такое дело. Нужно теперь этого нашего коня сохранить в файл Save As. Это значит повод. Делаем S, уменьшаем нашего персонажа, подводим его теперь к нашей лошади и смотрим. Так, вот они идут, в принципе, и в ногу идут. Да, нормально. Посмотр и смотрим. У коня тут английская А. Со второго кадра начинается. Значит, вот это все дело delete. А вот это все дело английское А. G переведем на первый кадр. И поставим, что у него получается. Так, раз. 35 кадров. Прописка, значит, коня и везде все кадры добиваем. Так, и 35 и. Так, смотрим, как это все заморочено. Так, получается, значит, 33 кадра. А ну-ка, если поставим. Вот, начинает персонаж дергаться. Потому что у персонажа больше по кадровых, да? У персонажа 36. Так, ставим 36 кадров. Выбираем английское А коня. И, значит, ставим на первый кадр и делаем S. И смотрим, что получилось. Вот под конец конь тут, оп, что-то замедляется, потому что у него два одинаковых кадра. А ну-ка, delete. Что у него тут с первым? И что у него тут с последним? А ну-ка. О. Удаляем еще 35-й кадр. А ну-ка, ставим 35 пока. Так, 34, да? И смотрим, чтобы был мягкий переход. Вот все равно он раз, оп, стопор ловит. Так, а ну-ка, если поставить 33.
Вот, 33 нормально. Теперь, значит, это ликвидируем. Английская А. А, выделяем все по кадровке. Смотрим. 35, 36. Так, 36 кадров у персонажа. Ставим 36. И, значит, вот этого коня, английская S, растягиваем до 36 походку. А ну-ка, если еще раз S. Нормально уже идет. Тогда вот этот кадр последний можно ликвидировать. Переписать, значит, потом под этот ролик это дело. Ну, а зашел я сюда, чтобы, значит, подправить вот этого коня узду. Так, раз. И сюда его. Оп. Так. И тогда заходим. Так, вот этот рик можно аж английское. О, подождите, Ctrl-Z. Он линкованный, эта фигня не прокатит. Так, тогда заходим по смут. Ага. Выбираем вот эти все косточки. Так. Ну, давайте вот эти вот две выберем. G отведем к руке персонажа и попробуем, значит, G. Так, это не та кость. Ctrl-Z. Так, вот эту косточку, а ну-ка, G завести в руку. Так, раз. И R можно как бы перекрутить. Так, а ну-ка, G. Ну вот, уже как бы кое-что. Так, вот это дело теперь G подгадываем и опускаем, значит. Так, а ну-ка, вот это G. Выбираем вот эти кости, которые участвуют в анимации. Прописываем им I. А вот эти, значит, delete. Ликвидируем и переводим G на первый кадр. Так, теперь вот эту G подгадываем, а вот эти косточки R, G перетягиваем сюда, да, тоже их поближе. Так, и куб управляющий. Вот в этом дело, да? Так. Опа. А, и прописка. Но теперь выбираем только, значит, наши вот эти кости. Так, там-то без рта. И смотрим так, раз, на пятом. На пятом, значит, G чуть сюда. А вот эти будем одни кости прописывать. Так, G в руке. И потом идет он, значит, опять же, G. И прописка, смотрим, чтобы все было, значит, у него в руке. Так, смотрим 15-й кадр. А ну-ка. Описываем и дальше идем. На 20-й.
Потом у нас выходит, значит, 25-й. Теперь у нас, так, а ну-ка, аккуратненько, G и прописка, и 35-й. G и прописка, да? Так, тут тоже первый кадр. Shift D. Переведем на конечный. А ну-ка, подправим. Не беда. А ну-ка, вот так раз. Пропишем и. Тогда тут оставляем. Этот можно кадр удалить. И в принципе что? В принципе нормально. Но давайте теперь вот эту лямку пропишем. Это теперь будут вот эти две косточки и вот этот куб. Так, а где же они теряете? Вот они, да? А ну-ка, G. Пропишем заново на первом кадре. А ну-ка, Shift D и на последний тогда. Так, ну, в принципе, все. Теперь можно потом дописать сейчас еще нашего персонажа. Так, заходим в Object Mode, убираем нашего персонажа Delete и файл сохраняем. Файл Save. Сохраняем лошадь, да? Все, теперь находим главного героя. Open. Герой Запада. Походка. И файл линкуем сюда, этот файл с конем. Угу. Тройка на NumPad. И опять увеличиваем нашего коня. Так, вот так где-то. А ну-ка, отводим в бок, подгадываем. Смотрим, чтобы рука попала. А ну-ка. Так, еще уводим дальше в бок. Так, коня еще тогда увеличиваем. И тогда опять же коня подгоняем к руке. А ну-ка. Ctrl-3. Другой внешний вид бока. Так, а ну-ка. Смотрим. Так. Вот сюда тогда еще коня. И тогда коня чуть-чуть еще вперед. Так, теперь нужно доработать нашего персонажа. Файл Pose Mode. Выбираем только руку. Отключаем, значит, вот эту штукенцию. И смотрим, что, значит, под эту анимацию можно сделать. Так, раз. Значит, G. Значит, R. Так, а ну-ка, если все эти удалить анимации. G. Подводим к самой тонкой части. А вот под низ вот сюда. Опа.
Иду. Так, теперь, значит, G еще сюда. Итак, получился, значит, вот такой вариант. Вот идет наш персонаж. Вот теперь можно, значит, его куда-нибудь пускать. Допустим, по сценке там. Допустим, к привязи идет, да? Привязывать, допустим, лошадь. Потом нужно будет посмотреть, как вот этот обвернуть тоже. Значит, повод вокруг доски это или как вокруг столба какого-нибудь. Ну, в принципе, вот так вот нормально уже. Вот такие вот варианты. Так, теперь файл еще. Кто тут есть? Герой Запада. Давайте посмотрим его. Так, вот получился такой герой Запада. Можно с такого ракурса его снимать. Можно вот с этого ракурса. Можно так слишком крупно не, ну как, не брать так близко. О, кстати, еще зубы надо коню подправить. Давайте подправим. Так, хорошо, что было, как говорится, замечено, да? Так, open, значит, это получается мустанг, походка на поводу. Так, где у него зубы? Так, здесь у него зубы нормальные. Теперь, значит, не тот файл, да? Герой Запада, don't save. Меняем коня. Так, как конь меняется? Убираем в object mode вот этого коня delete. А сюда файл, link. И находим, значит, мустанга. Мустанг на поводу. Коллекция, коллекция. Единица на нампаде. Делаем S. И уводим его в бок. Так, теперь, значит, нужно под руку подгадать его вот этот хлястик, повод, да? И подальше его вот сюда. Так, и немножко под руку. А ну-ка. Оп. Что не так? Так, ну по росту вроде конь нормально. Тут вот единственное, что с этим хлястиком, что тут, а ну-ка. Выбираем главного героя. Заходим, а ну-ка, в Pose Mode. Попробуем руку подкорректировать. А ну-ка, значит, здесь R. Ага, G. Так, эти кадры придется, а ну-ка, переписать, наверное. Так, это значит G. Так, ну вот, словом, вот такой вот вариант.
Все, теперь этих, значит, персонажей можно пускать по пути, и будет все зашибись. В какой-то сценке они уже вдвоем, значит, могут идти. А ну-ка, давайте попробуем файл link и залинкуем сюда, значит, шерифа. Шериф, где он тут? Ну вот такой внешний вид может быть. Значит, как они идут куда-то. Вот такая штука. Так, ну вот такой еще был процесс, значит. Все, всем пока, до свидания.